Ну шо ж, всем здрасте. Вот и стало на просторах Ютуба на одного недохудожника больше. Меня зовут Яна, я рисую 2 года. Не могу сказать, что мои рисунки прям красивые, но скилл качать надо, да и аудиторию потихоньку собирать тоже. Так что, welcome. Иногда на канале будут мелькать анимации, но пока поставлю вам фоном спидпейнт. Кстати, кто не понял... На ваших экранах пучебрюхий грибожуй. Нет, это катакактус. Должно быть, это немного странная идея, но какая есть. Пинтерест плохого не посоветует. Вообще, это... Катакактус. Да, это идея из одного челленджа. Ну, наверняка вы видели такие пины, где штук по 50 там разных идей для рисунков, и нужно выбрать случайные 3 числа, чтобы объединить это все в одну большую странную идею. Собственно, так оно и появилось. Вот. Что ж, критика приветствуется, подписки я еще больше буду рада. Можете позадавать какие-нибудь там вопросы в комментариях. У меня, кстати, есть совсем новая группа ВКонтакте. Там пока вообще никого нет. Так что вы можете стать самым первым участником. Ссылку оставлю в описании. Чё-то получилось какое-то видео в формате знакомства, по типу «Я новый художник» или «Я новый аниматор». Думаю, тут гораздо чаще станут выходить ролики из разряда сторитайма. Я знаю, что вы подумали. Нет, не заезженный, а проверенный временем формат. О как. Ну а пока я тут болтала, у меня получилось вот такое котейка. Кстати, потом я подумала, что фиолетовое небо сюда не очень идет, и решила перекрасить его в более грозовое. Как по мне, так стало лучше. Ну а ваше мнение на этот счет я жду в комментариях. Наверное, пора заканчивать, а то я уже вижу, как большинство потянулось к кнопке «выключить видео». Ну что ж, кто не ленивая сосиска, подпишись, пожалуйста. Чао, бобра и пока!